Барнаульский режиссер Сергей Бажин стал лауреатом престижного международного киноконкурса «Я люблю мир». Его работы, снятые в жанре рекламного промо-кино, получили первые премии в номинациях, прославляющих человека труда. Кинофестиваль «Я люблю мир» — это международный смотр документальных короткометражных фильмов и социальных видеороликов. Он проходит в рамках 5-го по счету форума мира при содействии правительства России. Из более чем 300 фильмов жюри в составе известных российских и иностранных экспертов отобрало 16 картин. Из них сразу две авторства Сергея Бажина. Одна рассказывает о буднях Центра ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, вторая — о работе одного из крупнейших производственных предприятий края. Сергей уверен, сегодня, когда зритель присыщен простой рекламой, ее следует создавать так, чтобы она трогала душу, и это делает ее близкой к документальному кино. Всегда вкладываешь какую-то социальную историю, какую-то такую художественную часть, и когда это реализуешь, да, эту идею, ты сам начинаешь кайфовать от этого, от того, что ты заложил туда не просто там рекламный, да, посыл, а какой-то такой социальный, который может вызвать отклик, да, в душах. Награждение победителей пройдет завтра в Крыму, в Ливадийском дворце. Среди почетных гостей, такие как продюсер Ален Депардье, актер Биби Насери, музыкант Денис Майданов и другие. Кстати, председателем жюри фестиваля является наш земляк, кинорежиссер Владимир Кузнецов.